Всем привет! Сегодня я снимаю обзор этого альбома, который я делала на последнем движе с Леной Маргун, и рассказываю, что да как. Итак, это не первый мой альбом в стиле Маргун. Я думаю, что я не последний. И в движе я никогда не участвовала, потому что как-то мне то не подходило, что предлагает делать Лена, то я просто как-то мимо пропускала, не была занята, не было времени, в общем. И тут, учитывая ковид, что мы все сидим по домам и так далее, я решила поучаствовать. Плюс было обещано, что мы будем делать винтажный альбом, и мне стало интересно, потому что я все как-то с винтажем, ну, не то чтобы не работаю, но как-то не сложилось, в общем, полностью, да, то есть, чтобы, как говорится, погрузиться. Сразу забегая вперед, могу сказать, что и в этот раз у меня полностью погрузиться не получилось, потому что я все равно как-то ушла в эко какой-то стиль, в траву, в растения, в общем, да, и опять у меня не совсем винтаж. Итак, альбом у нас размера 17 на 19, 3 разворота. И я, в принципе, несмотря на то, что у меня уже сложилось какое-то свое представление, да, и я как-то немного, может быть, по-своему что-то делаю, альбомы свои в таком стиле, и в этот раз я решила делать практически полностью, как говорит Лена. Ну, то есть вот она сказала, сделайте так, да. И несмотря на то, что я, например, привыкла как-то по-другому делать, да, или там придумать что-то свое, я решила полностью как бы подчиниться и не как сказать, не придумывать, в общем, ничего. Сначала мне было немножко не то чтобы скучно, но в моменты вот эти подготовки там всего, да, это я уже все знала, и мне это было легко и просто. Я, в принципе, просто просматривала видео и на следующее утро там за полчасика это все делала. В плане там нарезать картон, нарезать подложки, в общем, все как обычно, да, это никакого, ничего нового, в принципе, я не открыла для себя. Главное новшество для меня это, даже не новшество, я просто как-то даже забыла, наверное, что так можно делать, это при усложнении страничек использовать, во-первых, кофе, это я покажу, где я там, чего делала, да, вот, и плюс вставки между страничек, да, то есть это тоже для меня, я знала, что так можно, но как-то мне не приходило в голову, что в этих альбомах это тоже можно делать, в общем, ну, как-то так. Ну, плюс там укрепление корешка, я тоже знала, что так можно делать, но мне что-то не пришло в голову, что в этих альбомах это можно делать, в общем, как-то так. Так что вот, в принципе, три таких основных, как сказать, нюанса, да, которые я для себя вынесла из этого движа. Вот, в основном, как бы, в принципе, все как обычно, ничего сверхъестественного. Главное, о чем я, ну, не то чтобы пожалела, но подумала, что я хотела бы по-другому сделать, это мне не нравятся острые углы. Я во всех альбомах последних всегда скругляю как минимум вот этот вот один угол, да, просто мне не нравится, вот, оно выглядит очень грубо. Не знаю. Особенно, когда это какой-то винтаж там или еще что-то такое, вот, да. Ну, вот это грубо выглядит, да. Но в этот раз уж я делала так, как Лена делает, я решила, пусть будет. Но на будущее для себя я поняла, что я никогда не буду оставлять острые углы. Это некрасиво, это можно ударить себя. Особенно, когда альбом весит достаточно много по весу, да. И вот эти углы, они, в общем, ну, не очень приятные. Тактильно, да, ну, не нравится мне. Но уже, как говорится, делала, так делала. Вот, я не буду рассказывать подробно весь процесс. На обложке у меня шитье. Оно не загнуто вовнутрь. Оно просто приклеено при помощи гессо. И сверху покрашено таким же гессо, и еще потом сверху обработано восками. Я не очень хотела использовать воски на обложке, потому что у меня был не очень приятный опыт, когда обработанные воском бумажные какие-то круги, по-моему, да, из какого-то из альбомов, они лежали у меня на высечках, и эти высечки промаслились. Ну, стали жирными, с пятнами, потому что как-то этот воск то ли не совсем впитался в этот картон, и он не высох. В общем, ну, не знаю. Тут, в принципе, оно полежало уже, наверное, двое или трое суток. И с тех пор, как я промазала это все дело, да. В принципе,
на пальцах не остается. То есть у меня есть надежда, что с ткани оно, ну, оно впитывается, да, и оно не будет оставлять следов, и полностью впиталось, и, в общем, все будет хорошо. Вот. Но опыт у меня такой личный был, и, в общем, я надеюсь, что здесь у нас все будет хорошо. С обратной стороны у меня просто картон текстурный. Он был текстурный, вот такой вот полосатенький. Это уже как бы натурально такой он был. Дополнительно я сделала трафаретом, который также внутри альбома использовался в паре мест, просто черным гессо. У меня не было черного картона, это вообще светлый картон. Я его покрасила черным гессо и сверху черным же гессо сделала трафарет, да. И опять-таки воски, сверху у меня белая импаста. Вот, и наброск белой той же импасты разбавленный, да, и здесь тоже у меня наброск, в общем, как-то так. Цветочек у меня, вот последний я использовала Юлин, такого у меня цвета. К одной из каких-то предыдущих работ она то ли мне специально она делала мне такие синенькие цветочки. Это, видимо, просто оставался от каких-то работ, но это Юлин цветочек, Юлия из Нарвы, бумажненький, вот, очень клёвый, он единственный, кто подошел вообще сюда по цвету. Несмотря на то, что Лена просила подобрать бумагу в таких бежево-коричневых цветах, ну, как типа винтаж, все такое, у меня все равно все ушло в какую-то, ну, не то чтобы зелень, но, в общем, тут такой мятный цвет присутствует, да, и белый, белого не очень много, но он есть такое в минимальных количествах каких-то, да, но я в итоге все равно нашла листы какие-то такие вот прям винтажные-винтажные, вот, и, в общем, такая сборная солянка, в принципе, по бумаге получилась у меня в итоге. Больше всего у меня листов здесь Экопейпер и Артелье. Работала я с набором от Экопейпер среди лугов и от Артелье не фонотека, а фотосинтез. Вот. И парочка листиков есть также от Крафт Пейпер, просто которые подошли там по цвету, по смыслу, в общем, как-то так. Вот. Завязывается на бантик. Он, в принципе, мне не открывается. Ну, то есть, вот, когда он лежит, да, он не распахивается. Он нормально себя чувствует. Но даже когда он стоит, он чуть-чуть немножко все-таки приоткрывается. И я побоялась, что когда там добавятся фотографии, может быть, какие-то карманы набьется, бумажки и так далее, и он перестанет вот в таком положении закрываться нормально. Да. Я решила сделать бантик, пусть будет красиво, винтаж, бантик, окей. Вот. Сюда я все-таки нашла, разыскала у себя кусочек замши. Это мне прислали девочки в подарок. Вот. И я решила, так как просто замша мне показалась скучной, я решила сделать вот такой вот хлястик. Он мне здесь не приклеен, он просто набраться сидит. Приклеен он там только внутри, но чтобы не выпало, короче. Вот. И у меня есть такие вот тоже винтажные, прям такие даже окисленные штучки. Вот, это тоже мне девочки присылали, очень классные, такие прям вот настоящие окислы, да, здесь, в общем, круто. Это уже просто как бы под бронзу штучки покупные, вот, но сам факт. И, в общем, такая вот подсупочка, при желании это все можно срезать и убрать, если мешается или не нравится, в общем, этим можно не пользоваться, вот. Или просто здесь отрезать, в общем, убрать, как бы, потому что дырочка здесь будет очень минимальная, ее можно, ну, как, знаете, пальцем так вот проводить, и ее не будет видно, этой дырочки я пробовала. Вот, в общем, такой он снаружи. Давайте будем смотреть теперь внутри. Внутри он получился, на удивление, светлым. Лена использовала достаточно много черного всего. У нее черные перемычки, у нее черные там какие-то еще дополнительные. Больше у нее черные листы были, да, то есть какие-то. У меня не черный, у меня темно-серый получился лист, да. В общем, поэтому как-то у Лены оно получилось более темным, у меня более светлым и более зеленым. Сами видите, сколько зеленого здесь и такого, знаете, больше травянистого, я бы сказала, да. Очень мне понравилось делать вот эти листы. Я прям загорелась опять сделать свой свадебный альбом. Именно из бумаги среди лугов. Она у меня еще осталась. Было куплено в свое время очень много. И у меня там, если порыться, целые залежи этих среди лугов. И надо их уже наконец использовать. В общем, как-то так. Так что я думаю, что я возьмусь делать свадебный альбомчик. Сделаю тоже его, наверное, большим, каким-нибудь 20 на 22, что-нибудь такое. Вот, и, в принципе, как бы что-то такое замучу. Что для себя вынесла? Если делать на перемычках вставки толще, чем вот такая, то есть это просто два листочка, то нужно делать
перемычку шире. Здесь она, по-моему, 1 сантиметр. Мало, этого мало. Начинают мяться вот эти вот, давить друг на друга в таком положении сами раскладушки. И это не очень хорошо. Понятно, когда здесь будут фотографии внутри, да, они дадут дополнительный объем, и они не дадут прям так складываться. Но все равно, в общем, этот момент нужно продумывать заранее. Кроме того, что еще я для себя уяснила? Лена делала так. Она сделала сначала просто развороты, а потом начала их компоновать, что с чем складывать. Ну, то есть, чтобы там стыковалось вот так нормально, не давили там какие-то элементы друг на друга и так далее. Да? Мне кажется, это нелогично немножко, потому что может получиться так, что у вас что-то не совпадет, реально, да, то есть вот у вас 3 разворота, 6 страничек, и у вас получится, знаете, 4 совпадают, а 2 вообще вот не в гугу друг с другом, да, и вам придется либо что-то отрывать, что-то переклеивать, это глупо. Я думаю, я, например, когда делаю альбомчики, я раскладываю те самые 6 страничек и сразу прикидываю. Я не делаю раскладку сразу на 6. Ну, иногда бывает и так, конечно, но редко. Но я прикидываю, по крайней мере, где что у меня будет, да, то есть, и тогда я могу заранее рассчитать, в каком месте, во-первых, у меня будет раскладушки, да, то есть книжечки для фотографий. Я могу рассчитать примерно декор, чтобы он друг с другом не пересекался, да, особенно когда объемные, типа там пуговички какие-то, что-то такое. Вот. И ну, в этот раз, так как я делала все как Лена, в итоге у меня получилось, что я не смогла скомпоновать нормально, потому что я все-таки подбирала, чтобы у меня правый и левый разворот по цвету как-то сходились. Ну, не то чтобы совпадали, да, но чтобы они как-то сочетались. И в итоге вышло, что я не смогла скомпоновать по-другому. И у меня скомпоновалось именно так, как есть. И вышло так, что да, у меня в большинстве своем вот эти вот книжечки давятся, да, то есть они вместе и немножко нехорошо, в общем. Этот момент, если вы делаете такие альбомы, я считаю, что нужно продумать заранее. Записывать, зарисовывать, ради бога, вас никто не гонит, в принципе, такой альбом можно сделать за день. Ну, хорошо, за два, да, то есть вам нужно, допустим, время там на покраску, если у вас какие-то вы много красок используете, да, чтобы оно подсыхало, или там, например, много используете какой-то текстурной пасты, да, это все-таки, ну, требует время, чтобы это высохло, то, ну, да, 2 дня вполне, то есть это вообще, знаете, без напряга сделать такой альбом. Вот. Тут у нас, в принципе, классические раскладушечки. Вот, опять-таки, Лена предлагала не делать здесь, не ставить подложку, магнит прикрывать, например, вырезанным каким-то элементом. Ну, я не знаю, я как-то привыкла сюда ставить подложку уже всегда, да. В этот раз я решила сделать и тут подложку, чтобы было вообще красиво, да, то есть и совпадало все красиво. И в итоге у меня вышло магнит у меня здесь и здесь, да, спрятан. И, в принципе, они не просвечиваются. Бумага Артузор, потому что она из тех, которые у меня в доступе, у меня ее много, и можно подобрать именно по цвету, чтобы подходили вот эти подложки все друг к другу. И она достаточно тонкая, да, что у меня магниты магнитятся нормально, и фотографии не будут мешать магнититься этому делу. Вот. Тут, естественно, у меня, видите, недоприклеено, это так задумано, да, то есть что-то где-то оторвалось. Все-таки это винтаж вроде как, да. Вот, в итоге у меня краешки тоже, видите, такие все потрепанные. Я специально потом еще перед приклеиванием, это опять-таки моя придумка, Лены этого не было. То есть это моя не придумка, вернее, а мое такое желание. Вот. И я, значит, обработала эти края немножко еще своим дистрессором, да, не полностью по краю, а так, знаете, вот местами, да, чтобы именно создать впечатление такой ободранности. Вот. И в итоге получаются такие вот симпатичные, в принципе, развороты. Мне нравится. Вот, эти коричневые пятнышки – это кофе. Очень мне понравилось использовать кофе. Я прям получила удовольствие чисто от процесса, как я тут насыпала, и как его водичкой брызгала, и как оно красиво расплывалось. Прям, ох, а как пахнет этот альбом теперь. Пахнет просто очень-очень приятно. Я не очень люблю кофе, как сам напиток, но запах кофе мне очень нравится. Я прям вот наслаждаюсь всегда. Вот. Вкладыши эти делала, как Лена говорила, в принципе, без всякого подхода такого другого, да, потому что для меня это такое новое, как сказать, новое что?
новый метод, да, и поэтому я, если вкладыши у меня какие-то были, я обычно вкладывала его под страничку, да, ну, то есть, как бы, вот, а здесь именно такой он как промежуточный вкладыш, и он пришит здесь к самой перемычке, поэтому, в общем, ну, новый такой вот для меня был опыт. Вот, поэтому здесь у меня Лена предлагала разные варианты, там сделать из этого такой полукарман, то есть вот здесь вот приклеить и вставлять сюда вот так, например, что-то, да. Я решила просто сделать это как дополнительную вкладыш, для, не вкладыш даже, да, а просто подложку для фото. Вот поэтому приклеила сюда одну подложку. И здесь у меня вторая подложка. Фотографии, кстати, это половинка от 10 на 15, да, то есть 7,5 на 10. Вот, так что. Здесь такая у нас вставочка, я вот кармашком этим горжусь, мне нравится. Довольная я, что у меня все пришилось здесь, у меня все отлично. Вот, здесь у меня магнитик немножко придерживает это дело, чтобы оно... Ну, оно, в принципе, без магнита будет хорошо здесь держаться, и, в принципе, вот, можно вынуть и выбросить, если не нравится. Можно использовать. Вот, дополнительно в карман можно напихать еще кучу всякую фотографий. Вот. Первый раз использовала, кстати, пуговицы, потому что пуговиц у меня много, девочки надарили, но я как-то их нигде никогда не использовала, просто, ну, как-то, знаете, вот, ну, не то, что не лежала душа, я как-то не знала, что, куда их присунуть можно так, чтобы красиво было, да, а тут как-то Лена показывала там сюда-туда, и она вот просто, эта пуговичка здесь очень замечательно смотрится, и там дальше будут еще пуговички, на обложке вы видели пуговички, в общем, пуговицы у меня рулят в этом альбоме, я довольна прям... Очень-очень ими. Так, следующий разворот у меня вот такой. Он больше такой в голубой цвет ушел, да. Здесь вот, видите, уже вот приминается у меня, несмотря на то, что буквально я перед видео приподнимала его, выравнивала, да, но давит вот эта часть через книжечку, давит на эту книжечку, соответственно, у меня получается здесь продавлено. Ну, с этим я уже ничего не могу поделать, это все нужно предусматривать заранее. Здесь, в данном случае, возможно, даже дело не в том, что здесь совпадает что-то, да, и где-то элемент какой-то давит. Вот эта толстая книжечка, она реально здесь должно было быть 1,5 сантиметра, а не сантиметр. Но я как бы лоханулась, потому что я не знала, что на перемычках будут какие-то штуки, да, заранее. Мы же не знали, что будет заранее там, да, это все делалось в процессе фактически. Вот, и в итоге, то есть, да, потом можно было переделать перемычки, это буквально там, не знаю, 5 минут заняло бы, да. Но я, если честно, просто не догадалась. Мне показалось, что сойдет. Не сошло. Вот. И поэтому на будущее для себя я поняла, что в случае, если мне я буду знать заранее, что я буду делать на перемычках какие-то вставки, перемычки надо делать шире. Оставлять больше объема, оставлять больше пространства. Вот. Тут у меня тоже такая достаточно светлая страничка получилась. Прям такая очень светлая, я бы даже сказала, да. И я очень боялась, когда делала обложку, что эта черная обложка, она будет диссонировать с общим настроением альбома. Но, в принципе, я думаю, получилось нормально, потому что частенько так в старых книгах бывает, в каких-то старых альбомах, что верх гораздо темнее, чем внутреннее наполнение, да, поэтому я, в принципе, не очень переживаю на эту тему. Лена еще делала набросок черной краской, но так как у меня черного ничего вообще тут нет, реально черного, вот даже та черная страница, она не черная, вот вы увидите, да, следующий разворот. Я решила черный набросок не делать, тем более у меня тут кофе, и пусть уже, да, то есть как есть, так есть, поэтому, в общем, оставила так, как есть. И тут у нас такие раскладушечки. В общем, потратила кучку бумажки от арт-узора. В общем, так что я довольна. Здесь я тоже книжечку сама сделала, в общем, белыми листочками. И здесь сзади тоже присобачила еще одну, как сказать, подложечку для фотографий. Пусть будет, в общем, на всякий случай. Так, здесь у нас карман. Карман тут я заклеила вот до сих пор. Примерно, потому что на эфире девочки начали обсуждать то, что фотографии туда будут проваливаться, даже если большие какие-то, да, будет неудобно доставать. Ну и как бы я сделала так, чтобы оно было удобно доставать, в общем, и туда в итоге фотографии влазят вот до сих пор, да, то есть вот получается, вот, да, до сих пор заклеено. Ну и в общем как-то так. Использовала я еще и металюшечки разные в качестве украшений. Тут такая у меня вот плашечка для надписей. Здесь у меня братцы, да, вставленные местами. Кое-где металлические цветочки. Вот в предыдущем было развороте.
Вот, там металлические цветочки такие. На обложке тоже такой есть цветочек. В общем, ну, как-то я так поразвлеклась. Не было у меня такого количества карточек и тежиков в таком винтажном стиле. Просто наверняка где-то в каких-то наборах, в вырезалках есть. Но я не стала разыскивать уже. Работала с тем, что у меня есть под рукой, да. То есть то, что я отобрала заранее. И использовала, как говорится, подручные материалы. Вот, так что так вот. Карман этот пришит, он приклеен и пришит, да, поэтому он держаться будет железно, ну, лишь бы здесь вот не порвался. Ну, бумага плотная, это у нас, чтобы вам не соврать, это у нас ателье, вот, поэтому должно быть все нормально с бумажкой. Вот, а это у нас крафт пейпер, она была самая тонкая из всех этих бумажек, поэтому она самая такая. А, кстати, еще один вид бумажек, я забыла вам сказать. Вот эта бумажка от Тима Хольца. У меня есть такой наборчик винтажный, как-то он называется, что-то ботаническое, по-моему, там. Вот, и у меня есть еще и калечка из этого же, из этой же коллекции. Вот она здесь, вот, да. Вот, и бумажка, это вот эта бумажка, вот, которая у меня здесь лежит, она с такими узорами красивыми, очень хорошо сюда вписалась, и в итоге мне надо было просто какую-то вот сюда бумажку вставить такую, и я не хотела брать то, что у меня на подложках здесь, да, и, в общем, ну, как-то так получилось, и я решила взять ее. Вот. Красивая такая бумажка, очень подходит, в принципе. Единственный минус, что там вот как раз все бумаги в том наборе, они все очень темные, да. Полностью, например, альбом из них делает, да, он был бы реально темный. И поэтому я не использовала, вот только один листик, в принципе, оттуда использовала. Так, и последний у нас разворот. Вот, это тот самый черный лист, вот он здесь, да, который не черный, а темно-серый фактически. А самая темная, ну, это вот эта вот штука у меня получилась, да. Вот, и это у меня кармашек, вставочка. Очень пожалела я очередной раз, что этот великолепный просто папка для тиснения великолепная, такого маленького размера. Но вот очень обидно. Хотя бы была бы на пару сантиметров, вот так она пошире и повыше, уже было бы круто просто. Но вот этот маленький размерчик, это меня убивает. Потому что это у меня обрезано равнюсенько под... Там такой даже кантик есть. Но у кого вот есть эта папка, вы знаете, да? Она очень бестолковая в плане размера. Прям я аж сожалею, да? Вот, поэтому мне жаль, конечно, что производители не подумали об этом и не сделали ее более приличного размера. Это я так распинаюсь, прям меня аж это колбасит. Вот. И, кстати, это не черный картон, да, это у нас темно-темно-зеленый картон, такой он очень плотный, не знаю, граммов 350, наверное, завалялся тоже у меня такой листик плотнющего, и я его просто двумя восками обработала, выглядит, по-моему, очень клевски. Так, здесь у нас такой вот тоже разворотик. Так, оп. Вот, и он открывается еще вот так. Здесь место большое, то есть здесь даже 10 на 15 фотография встанет. Здесь и здесь, вот на отворотике, да. Вот, и поэтому я надеюсь, что... 10 на 15, к сожалению, у меня нет ножа, да, чтобы сделать подложку. И тут уже, если захотят, кто клеить фотографии сюда будет, то уже придется просто на живую клеить, да, их сразу, не вставлять во вкладыш. Вот, в общем, ну как-то так. Здесь надпись пришлось сюда приклеить. Ну, так и было задумано Леной. Она, правда, так... Я то ли пропустила где-то, то ли что, то ли она забыла показать, как она сюда клеила. Ну, то есть, ну, я, знаете, сама вроде тоже голова работает, я поэтому просто взяла и приклеила. И она, естественно, здесь не доклеена до конца, чтобы фотография сюда могла встать, да. То есть, она вот так вот подходит под надпись. Вот. Показать. Вот, да. Вот. И поэтому проблем с этим не будет. Все там встанет красиво и вообще. Вот, в общем, такой разворот. Это тот разворот, который у меня не получился усложнить. Он был некрасивый. И, в общем, его я заклеила, считайте, почти полностью. Да, вот практически не видно ничего. Просто чтобы не переделывать. В общем, я как-то так сделала. Вот. И последний разворот у нас вот такой вот. Он открывается у нас в эту сторону. Вот. Вот, в общем, тут, в принципе, как бы ничего необычного нет. Вот. В общем, такой вот альбом. Я довольна результатом.
В принципе, что я хотела от этого движа, я получила. Я хотела посмотреть, как делать винтажный альбом, да, то есть как достичь именно винтажности. Фактически винтажности вы можете получить с любой бумагой практически, да, ну, может быть, за исключением каких-то совершенно там, не знаю, там, космическая какая-нибудь бумага, да, с, там, или совсем детская с какими-нибудь, там, не знаю, Незнайками на Луне, ну, я не знаю, Микки Маусы. Вот это, конечно, было бы сложно, наверное, винтаж сделать. И то, я думаю, что даже Микки Маусов можно сделать в винтаже. И это было бы, кстати, прикольно, между прочим, потому что винтаж — это тоже и начало, например, 20 века, да, то есть, собственно, там недалеко Микки Маус оттуда ушел, да, то есть самые первые выпуски. Вот, так что, в принципе, все возможно, да, и главное, были бы идеи у людей. Вот, так что спасибо, Лене, опять в очередной раз за науку. Я довольна результатом. Постараюсь сегодня отснять фото этого альбомчика и уже выложить обзор на канал. И этот обзор будет чуть длиннее, чем обычно мои обзоры. Вот, ну, потому что много рассказать чего хотела вам про процесс, да, и поэтому, если вам что-то интересно, спрашивайте, все, что не секретно, я могу ответить. Кто первый раз записывались на что-то такое, для них это, конечно, очень полезная информация, и Лена очень все разжевывает, кладет прям в ротик, пережевывает. В общем, не, как бы я не представляю, как можно из таких мастер-классов не вынести готовый альбом и знания, главное, да, то есть, потому что она же не делает за вас, вы сами делаете, и вы можете спросить, там, поинтересоваться, она ответит, как бы, на какие-то вопросы, если кто-то что-то не понимает и так далее, да. Вот, так что, в принципе, как бы, эти уроки, они, конечно, помогают очень сильно прокачать свои какие-то знания и умения, вот, поэтому, в принципе, рекомендую, я своим девочкам всем рекомендовала, потому что, тем более, что сейчас пока сидим по домам, нет возможности научные мастер-классы и такие вот онлайн. Это вот самое то, в принципе. Тем более, что стоит это недорого. В общем, минутка рекламы закончилась. Мне Лена за это не платит. Она даже не в курсе, я так думаю, что у меня есть какой-то видеоблог, да. Вот, поэтому это я просто свои впечатления как бы как-то так. Вот. Но в любом случае, до многого, что здесь показывается, можно дойти своим умом, но проще, когда тебе кто-то что-то говорит, да, заранее, и, естественно, как бы учиться на чужих ошибках всегда прикольнее, чем на своих. Как-то так. Вот, в общем, я надеюсь, вам понравился мой альбом. Вот такой он клёвский у меня получился. Очень мне какие-то моменты нравятся, как у меня тут пуговички там, то все. Естественно, все эти раскладки делались потому, как Лена говорила, да, то есть, поэтому вы, я думаю, в ленте увидите в Инстаграме кучу похожих альбомов, только там в разной тоновой гамме какой-то, да, то есть, но они все примерно одинаковые, вот, и в общем, как-то так. Не знаю, что еще сказать вам. Но в любом случае, спасибо, что досмотрели до конца. И надеюсь, до новых встреч. Пока-пока!